недавно. Она около 25 голубей у меня съела. И вот ходит, а рыжка в окно смотрит, ревнует. Мы ее подкармливаем? Ну, видите, это Володя ее подкармливает. Ну, давай показать, как она будет увидеть. Ну-ка, чтобы она сама увидела. Серенькая. Глянь, та рот разевает. Ну, на подоконник поставь. Та пошла. Ну, да вот она, гляди. Глаза-то какие у ней. Подожди, подержи. Подержи, подержи. Ой, какой, гляди, лапу-то подняла, как ударить охота. Ну, гляди. Через двойное стекло. Да какая же ты рыжая, любящая мама, а? Глянь, какая. Ну. Вот, кроткая кошка, а тут все сразу. Все. Очень кроткая, смиренная кошка. Пожалуйста. Она видит врагов во всех. Воспитала эту палю. Пойдем. Все. Ладно, тебе Володя даст потом есть. Лазила ко мне всю зиму. Батюшка говорит, сытая приходит. Где? Она голубей у меня там считала. Нельзя этого делать. Капканы поставил, поймал сразу. Ни ногу не повредил, ничего. Я капканов на нее 21 капкан поставил. С любой стороны бы полезла. Застрял. Я не знал, что кошка-то. Я думал, колонок. Ну, пошли. Все, корми меня. Слава Христу. Увидела целлофановый мешочек и залезла, паля в него. Теперь мешочек стоял не закрытый. Она в него залезла, а вылезти не может. Дальше-то выхода нету. Что она будет делать? Вот так перевернулась. Так, все вылезло. Вот игрушка какая. Никогда такого не видала. Сейчас смотрит, что случилось. Переворот, революция. Это карандаши там лежат в целлофане. Так, их растрясти надо. Это она в наушники залезла теперь. Ну, столько любого. Вот как ребенок маленький. Все надо на зубок попробовать. Что она тут трогает? Ну, соединительные шнуры. Это я, у меня на проводе аппарат. Залезла, книгу потащила. А еще. Вот так Виталий Бианки везде наблюдал, писал. Я с детства привык о животных, о птицах, в природе. Видишь, лапы свои обожженные полезала. Ну, уже совсем почти не хромает. То есть она быстро соскочила, но опалила все. Это Буска. Утренний туалет наводит. А это мамка легла спать. Рыжая, и рядом с ней Паля. Вот она какая большая.
Видишь, Коля, помнит Сергей, вчера спросил, где паля, какая она. Вот я показал, паля, это палевая, так и кратко беру. Ну, мы сейчас пока с Володей двое, он тут все готовит, заливает, нагревает. Надежда Васильевна парила овес. Вот сейчас морковку натрут. Ну что, рыжая? А? Рыжая? Что? Мышатника поймала мышку и дала пале. Она ее слопала. Вот утренний туалет. Вот нету ее ни виходки, ни мыла, никаких там других. Все, языком одним. И вычистит, вся блестит аж сама себя и друг друга. Воротник-то у себя не может вымыть, а они начинают лизать. Одновременно одна лижет себя, это другая. Ну, пошла. А ну-ка, позови их туда всех, что-нибудь дай им такое маленькое, отсыпи от рыбки. Маленькие. Посередке поставь здесь около ведра, чтобы светло было им. На бумажку. Скорее что-то дай. Вымани их туда. Да немножко что-нибудь от головы, от какой-нибудь у рыбы оторви. У меня там возьми маленько ущипни. Лежит. Ну. И они сейчас все соскочат. Вот так. Ну и Паля придет. Крикни Палю. Паля, Паля. Ну ты отступи маленько, чтобы видно было. Ты куда-то загнал-то за ведро. Вот здесь. А их не допускай. Пусть маленько чуть-чуть, все. Сейчас отберут. Я сказала, не давай. Маленько-то подожди. Поставь руку, как они через руку полезут. Вот она, Паля, и ест. Нельзя. 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 Вот она как. Обижают они ее. Все стараются отобрать. А вот мать не трогает. А вот отошла, все, отобрала. Гуска, отойди. Что наглеешь? А ничего не сделаешь. Она очень вот эта дерзкая такая. А мать интеллигентная. Никогда не возьмет. Изо рта у нее вытащи. Это ее дочки две. О, это старшая. Она уже ростом-то больше ее. Буска. Какая справная-то. О, глаза сверкает. Ну-ка. Сейчас отбирает у нее. Отбирает. Отбирает. Отгони ее. Все. Слопала. А это сидит, что ты так позволяешь-то ей? Уважение к старшей сестре. Вот понятно. Вот субординация. Пушистая такая. Паля. Паля. Ну, она знает, откликается. Вот пришла. Да Паля моя Паля. Да замечательная Паля. Ой. Эта бумажку теперь грызет. Любит она рыбу. Это у меня три кошки. Почему? Дежурить там, где голуби, много пшеницы. И мышки балуются. И вот они туда идут. Ну, Паля туда не пускаю. Иначе она там заползет, ее не вытащишь оттуда. А эти двое. Вот Володя таскает их. Когда уехали, я их сам туда заносил. По одной. Вот. Так, раннее утро, 7 часов, все уже, я 3 часа потратил на утреннюю, вот 7 часов, на разбор почты и прочее, в интернете, 3 часа. Это голубенок здесь живет, это Паля лежит, они вместе спят. Друг другу не мешают, подружились. Ну, что такое? Паля легла спать и не замечает даже ее. Паля, ты что? Смотри, какой у тебя дружок-то рядом.
Паля балуется с голубенком. Не знает, как с ним играть. Заигрывает так, сама с собой, как будто бы. Там первый этаж, она может упасть туда. И не знает, что с голубенком делать. Паля. Паля где у меня, а? Паля сосет мамку. Вот она и вымывает как. Паля, ты что делаешь, а? Ты большая. Никаких. И рыбу поела, а матери не давали. Опять сосет, а у той мастит был, такие вымя засохшие.